Охо-хо, все горит. Поел, да и встал. А скажите, товарищ майор, вот теперь вам в обратный путь. А тогда, перед высадкой, об чем думали? А не помню. О, страшно было. А кому помирать охота? Гитлер собакой, тот, небось, не желает. А что станешь делать? Напал враг или ты его, или он тебя, верно? Черт ее знает, думал потом Лопатин. Почему? Вспоминается одно, а не другое. Почему, хотя после этой высадки Феодосии был и Дон, и Сталинград, и два ранения, а в памяти вдруг снова это зимнее туманное сырость над моем, и это утро перед обратной дорогой на Большую Землю, и этот солдат с его словами про Гитлера, и Паша Рубцов в этой своей пилотке, похожей на пленного фрица. Почему вспоминается именно это? Может, потому, что прошел год, и ты жив, а он нет? И, получив после Сталинграда отпуск, не он твоей, а ты его жене повезешь в Ташкент его вещи. Почему? Слышь, Лопатин, а если война еще год не кончится, начнут давать отпуска? Я, Паш, больше про завтра думаю. Чем, например, статью о десанте печатать буду? Воздух! 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 Повезло парню. А ну, бегом! Живо! Санитар, Ханым! Старшина! Старшина! Извините, товарищ майор. Первый, да. Документ собрать. Район Хантыев живых, да. Не везла, а лолу в кем что. Вертаем, выживите, Миш. Подтянись. А сколочек-то махонька. Махонька, да. Фельдшер, как человек. Товарищ старшина, ротный зовет. Образование показывает. Старанька будешь жевать, обопьёшься. Ничего. Стянуть сапог. Не надо. Подтянись. Вот чёрт. Каридин! Африканский институт устроился, знаешь? Но. Голова цела, ползать не подсудила. Вот так ты и окапываешь. Thank you.
Я на своем два так, он тут. Я сюда, он сюда. Я сюда, он сюда. Я сюда, он опять сюда. Я сюда, он опять. Я ниже, он проскочил, опять заходит мне на вираж. Я еще ниже, он опять проходит мне на вираж, я ему навстречу. Он опять проходит, я опять так. Еще, еще заходит, проходит, делает большой вираж, и я туточки. Я так, он так. Я так, он так. Я так, а тут просека. Я по просеке, он за мной. И у него просадка, он бац, и в сосны! Что, знакомые места? Да нет, на огни смотрю. Отвык. Да. Я неделю в деревне прожил. Свет слабый там, керосин. И все глядел, как окошки светятся. Да, дает по мозгам. Наступление наше в Сталинграде застали? Или раньше ранили? Захватил немного. Ага. А сейчас у Ташкент по какой надобности? По служебной или в отпуск? И в отпуск, и по служебной. 20 дней на все. Сюда! Товарищ майор, смешные анекдоты любите? Смешные люблю. Одно верхнее. Так больше заварку не давайте. Отсыпайте по своему вкусу и возможностям. И вот летом приходит от нее письмо. Прости меня, Юрочка, со мной случилось несчастье. Я телеграмму тут же. Напиши подробности несчастья. Под ложечкой сосет, я чувствую. Дождался подробностей, учитель там. Почти вернулся, три пальца ему оторвало. Ну, она у его матери квартировала. И значит. В общем, три пальца не помеха оказались. Я бегом в финансовую часть, заявление писал, отменить аттестат. Спать не могу, есть не могу. Картинки в мозгу представляются, как они там любовь крутят между собой. Пуля не берет, я иду прямо лезу, ничего не берет, и свиреть начал. 4 месяца, тут в груди как нарыв там, и болит, все туда разорвать хочется, вытащить оттуда. Через 4 месяца вызывает меня комиссар, говорит, поедешь получать новые самолеты, неофициально неделя отпуска. Жене заедешь, я говорю, жены нету. Была, вышла, вся. Он читал твое дурацкое заявление, вот это про аттестат, я его отменил, при ней аттестат. И мурашки меня пошли. Думаю, вдвоем аттестат жрете, там поеду. Сел, поехал, ехал дорогу. Приехал в райцентр, приезжаю. В райцентре встретил райуполномоченный милиционер, встретил меня, здравствуйте, я говорю, здравствуй. Какого хрен. Жару нет. Да, вместо угля одна пыль. Да. Говорит, получил телеграмму.
от вашего командования. Я предупредили. Так что до деревни, ну что тебе, 22 километра. Куда ты на ночь поедешь? Поехали ко мне. Хороший такой хлопец. Ну что, поехали, переночуешь. А утречком я коньяк у тебя достану. Сядешь, поедешь, все будет. Хорошо, пришли, жена на стол собрала, там все, спиртик поставила, пошла. Мы сели, пьем, молчим. Значит, потом он говорит, а я про тебя все знаю. Я говорю, ну знаю на здоровье, а сам не, я не понял, что он. И там, я как глухонемой. Что он так разговаривал, ему отвечал. Пьет он хорошо, я тоже опять сели, пьем, смотрим. Говорит, пожалуйста, у меня к тебе есть просьба. Только ты скажи, вот скажи, дай слово, что ты мне ее выполнишь. Я говорю, даю, тоже так, мне все, все, даю, говорю. Говорит, учи ее, чем попало. Как попало? Только чтобы без смертей у меня было, учти. И вот так постукал по столу. Я деваться некуда. Ночью я сплю, думаю, ну, постукал же, знает, ничего, я думаю, уйти, убежать? Не, не. Да, приехал в деревню. Приехал эту, сынок бежит навстречу. Сестренка, говорю, где сынок? Говорит, в больнице болеет. У тебя нога, говорит, заряженный, папка. Я говорю, подожди, Вася, с наном. Мамка где? На работе, говорит, мамка. Она придет поздно. Я пришел. Она на лесозаготовках работала. Бревна там. Ты понимаешь, какая невидаль? Вот этот битюк здоровый, с детьми. 2+3 складывает. А баба бревна ворочает. Ну ладно. Сел, зашел к учителю домой, сел за стол. Так, сижу, жду. Мать такая, маленькая такая, шаш-шаш-шаш-шаш, по деревне пошла, пошла, рассказывает всем, значит, что ритуйте меня, там убивец сидит с нагара. Сын, мой сын дружил с учителем, побежал, говорит, мой папка приехал с наганом с большим, он твоего папку постреляет. Учитель раз, школу на замок и в район, краю уполномоченному под крыло. Герой. Я сижу, люди так шастают, около дому шастают, и смотрю, думаю, что все время в окно так заглядывает, заглядывает. Я, ну я злой был, не дай бог. И дай бог, я сам себя тогда боялся какой-нибудь. И поздно, вечером так. Уже, да, уже было. Поздно, уже солнце давно зашло. Приходит она. Зашла. Здравствуй, говорит. Сюр, сюр такой-то. Сверчок. Сверчит. Такая. Вот так на уши давит. Я молчу. Она говорит, ты меня не признаешь? А у меня зубы сбило. Хоть долотом разжимай, не могу разорвать. Села на стол, собрала, сели, поели. Сына спать уложили, все. И молчим. Она не, а потом она не выдержала ночью. А говорит, Юра, я с того письма, вот что ты мне присылал тогда, я с ним больше не жила. Хоть кого спроси, не плачь. Я тебя люблю, говорит, Юрочка мой. До утра вот так. А я молчаю, ничего, вот так ты. Вот так лампа горела. Утром встал, сходил к дочке в больницу, вернулся из больницы. Она сидит, плачет, потом говорит, Юрочка, солнышко мое, прости Христа ради меня, прости, и плачет, и а мне солнышко, как засело солнышко, я за стол уцепился вот так, и крик, вот, страшный, молчать, и держусь, чтобы не схватиться только, всякие слова начал говорить, под люкой называл, и убью, задавлю. Добрый удержался. Она как замолчала. И все. И не жил я с ней ни разу за это время.
зубы сцеплю, ночью не жил. Вот зверь, шаш, а это... Ну так я же на женщин гляделка. А вот, понимаешь? И на чужих. Я не святой такой, чтобы не посмотреть даже. Ну, правда, вот, не жился. Что? А ты ничего не слышишь? Ну, правда, в последнюю ночь. Не выдержал. Зверь полез. Я думал, что прогонит. Лежит. Тихо-тихо. Такая тихая, глазная. Ничего. Молчит. Только говорит, простил меня, Юрочка. Я говорю, не простил. И рано собрался. С сыном не попрощался, то что уехал. И все. Товарищ майор, слышите меня? Слышу, конечно. У меня к вам просьба. Только дайте слово, что выполните. Это как всем уполномоченным. Напишите, пожалуйста, моей жене письмо, чтоб почувствовала. От вашего имени? Ну да, как вроде я написал, а я потом перепишу. Да вы сами толком не знаете, как жить-то дальше. Нет, не знаю. Простить надо, конечно. Верю, что с тем хмырем больше не жила она. Люди так сказали. Но мне тяжело очень. Как же так? За вас написать? Ну, я напишу. А вам не понравится? Понравится? Понравится. Я читал ваши произведения, мне понравилось. У меня тут блокнот есть и карандашик. Да у меня свой есть. Не, вы, пожалуйста, в моем. Я ж не только из-за детей ехал, я из-за нее ехал. Ну, чтоб почувствовала она, что она со мной сделала. Как хоть ее зовут-то? А? Валентина Строганова. Валя. Я мешать вам не буду. Я вот здесь тихонько посижу. Kızıp yattan baktı. Biz de sebep adresinden varıp soğusuna kırıp gittik.
қарасам, немістің солдаттары біздің солдаттар шегініп келе жатыр. Ал біздің артиллерияміз Воротный минивами, где прошел не широкий долог, под большими плакучими ивами успокоился бедный стрелок. Под большими плакучими ивами успокоился бедный стрелок. Погоди ты, потом. Будут песни к нему хороводные. Ты, майор, не думаешь, Ася, в руки взять не сумею. А я не думаю. Будут нивы ему хлебородные. А все мы дураками бываем, а, майор? Тоже верно. Будут нивы ему хлебородные, безгреховные сны напевать. Дом свобод, только солнышко знойное, вместо ярого воска свечи на лицо непробудно спокойное. Не скупясь наводила пучи. Значит так, выскочил на просеку, выскочил на просеку, по просеке, и тут больше МХАНА. И он просадка, он бас и взорный. Ой, извини, пожалуйста. Вот ты никуда дорожь, я вывожу. Эй, шаг. Ну-ну. Осторожно. И ахмак! Мы в училище! Прости, дорогой! Ну, лично я! Прости! Дай на У-2. Закуриваем. Очень-очень благодарю. Зажигалка австрийская, но работает хорошо. Василий. Здорово. Ты говори, такая пугальная. Ты что, золото везешь? Давай-ка сюда. А ты чемодан. Как мама твоя? Перестаньте, мама. Мама умерла месяц тому назад. От грудной жабы. На той самой кровати, где ты будешь спать. Очевидно, местный климат ей не подходил. Ты долго ехал? Черт поймет. Суток 7, кажется. Ну, это еще быстро. Она к маме ни разу не пришла. Представляете, так ни разу не пришла. Вы что, пришли хотя? Сегодня приходила твоя жена? Ее мужа? Ну, в общем, тоже перевели сюда. Тоже директором, тоже театра. Я знаю. Тут тебе письмо. И адрес. Адрес отдельно. Не потеряй. Ну, в общем, как знаешь. Петя! Петя! Петя!
Петенька! Петя! Мама! Петя! Петенька! Петенька, ты мой! Петенька! Мам! Я живу, мам! Я Рубцова. Я Лопатин. Очень приятно. Товарищи собрали и прислали со мной. Здесь вещи, которые оставались в редакции. Кто там? Чего надо? Фотоаппараты и прочее. А в мешке продукты, концентраты и консервы. Еще деньги. 4550 рублей. Отойди. Кому сказала? Негде у нас ночевать. Сами друг у друга на голове сидим. Это Пашин друг. Он вещи привез. Чиненный. А Захарку не привез? Какого рожна вам надо? Ну, какого сахарку вам? Мамаша, надо! Успокойте ребенка. Послушайте меня. Вы что, приехали? Зачем вы приехали? Чего вы стоите? Чего вы приехали? Люди! Уходите отсюда. Уйдите, пожалуйста. Ну, чего вы стоите? Чего вы приехали? Уйдите, пожалуйста. Заберите концентраты, заберите, пожалуйста. Ой, Господи, ой, как жить, Господи, как жить? Уйдете вы или нет? Уберется он или нет? Ой, мам, ничего, я не знаю, Может, успокойте девочку? Какая комната? Ты хоть с нами попьешь? Попью, спасибо. Простите. Царапина на царапину, угодь пониже быть без глаз. Скажите, как пройти на Бешагач? На Бешагач? Ой, вы не сюда, вы направо, не в сторону идете, а вам прямо. Вот два квартала пройдете и направо. Значит, обратно. Спасибо. Это 13-е? 13-е. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого? Тесенмир. Мне Ксению Сергеевну. А, я сейчас ее позову. Проходите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вам очки не мешают воевать? Иногда мешают. И что вы тогда делаете? Снимаю. Простите. Вадик, в кровать. Ну, мама, ну, я попрошу тебя, Вадик, немедленно. Ой. Ну, здравствуй. Здравствуй. Испачкала. Ты похудел. Плохо выглядишь.
Из-за стрижки, наверное. Ага, из-за стрижки. Не бойся, не мой. Нехорошо тебе говорить, но я с ним правда очень счастлива. Бывает. Веденеев? Лопатин? Раздевайтесь. Давай. Когда ехали? Спасибо, хорошо. Давайте. Вот сюда, пожалуйста. И давайте, братцы, так. Я не потерпевший, вы не ответчики. На этом будем стоять, сидеть и водку пить, если она у вас имеется. А слесарша меньше, чем за полбуханки, чинить не собирается. Между прочим, у слесарши тоже дети. Так вот, я его убила. Понимаете? Я его убила. И вы, как фронтовик, безусловно, можете... Да для точности я не фронтовик. Я человек, по долгу службы бывающий на войне. Это другое. Бросьте, бросьте. Вы же стреляли в немцев. Вы убивали их. Стрелял. В начале войны из винтовки. Раза три. И в этом году из пулемета. Один раз. Убивал? Навряд ли. Во-первых, не один я стрелял. А во-вторых, они далеко. А я плохо вижу. У меня муж начальник медсанбата. Врет в письмах, что это не опасно. Врет, да? Нина Николаевна. Иногда врет. Опа! Ой, не наливайте мне. Я от нее станею. Лучше положите мне плов, я от него добрее. Так. Поймите нас. Вот Лидия Андреевна играет женщину-снайпера. Я ставлю. И нам нужно знать, что... Спасибо, куда так много, короче, хватит. Что испытывает человек, точно зная, что он убил? Наслаждение, удовлетворение, восторг. Что? Удовлетворение? Пожалуй. А слово восторг, наслаждение как-то мало подходит к войне. Ну ведь сказал же поэт, есть упоение в бою. Как быть с этими словами? Откуда я знаю? Как быть с этими словами? Никто не знает. Впрочем, как со многими другими. Поэзии. Василий Николаевич. Будем здоровы. Спасибо. А я помню, как в молодости бегал на ваши спектакли, смотрел с галерки. Да? В Макбете, что ли? Не только в Макбете. Минуточку. Ну, а решимость умереть, как быть с этим? Ха, решимость умереть. Да это вообще из области самоубийства. На войне требуется не решимость умереть, а решимость сделать в условиях, когда ты грозит смертью. Иногда неизбежной. А человек продолжает хотеть жить. Всегда. Вот так. У тебя чай остыл. Тебе горяченького налить? Налей. Лида, чаю. Не хочу я чаю. Ну, а какие же слова те? Какие не те у вас прекрасно получаются? Лида. Я хочу понять. Ну, а какие те? Я вижу, вам не по душе проза. Тогда так. До тебя мне дойти нелегко. А до смерти четыре шага. Вот эти слова те, по-моему. Вы не сердитесь, а то у вас сделали злые глаза. Она глупая, а уже старая. И хорошо знаю, как страдают и умирают люди. Как они узнают о смерти других людей. А вот как они убивают, не знаю. А мне нужно знать, необходимо. Вот мы какие пригласили в гости, а сами заставили поработать. А то наши молодые съездили с фронтовой бригадой, теперь все всем объясняют. А Зинаида Антоновна со свойственной деликатностью... А мне не свойственная деликатность. Но к ним я прислушиваюсь. Для меня это звук войны. Вадик, иди. Да, их это наши. Я так рада, что теперь твои очерки снимаются в кино. Я тоже. Тебе что-нибудь нужно, Ксюша? Я о Нине, она совсем не пишет. Детям интереснее писать на фронт, это можно понять. Ничего, время лучше лекаря, она поймет. У тебя ко мне дело? Да. Твоя телеграмма о разводе задержалась, так вышло. Но нам для прописки
Дата напечатала и подписала за меня. Да, 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 и ничего в этом страшного нет. Но Евгений Алексеевич считает, что лучше, если бы ты сделал это сам. Правильно считает. Давай бумагу. Пожалуйста. Здесь вот все. Да, вот. Ключи от московской комнаты. А на коне мне? Каким числом подписывать? Если тебе хоть сколько-нибудь неприятно... Каким числом, Ксюша? Мне все равно. 11. Вот. О, Господи. Господи. Ты сам виноват. Сам во всем виноват. Ты виноват сам. Ты сам виноват. Как тебе не стыдно, Ксения? Мне не стыдно. Ты все время занимался только своей писаниной. Над тобой смеялись. Ты ненавидел моих друзей. А я старела. Я старела. Что-то я отвык от всего этого, Ксюша. Пойду. Ну, я тоже, пожалуй, пойду. Ворота закрыты, а проходными вам кружить и кружить. Обращайся там за меня, хорошо? Всего доброго. Я к тебе завтра забегу. Ага. Всего доброго. Дяденька, который час? Скажите, пожалуйста. 9:30. Ой. Вы знаете, мне Ксения несколько раз показывала ваши фотокарточки, а вот в поезде я вас не узнала. Что? Да я думаю, что это за стрижки. А чего это вы ревели в коридоре? Я ехала от отца. Он у меня в госпитале лежит для безнадежных. Есть такие, вы, наверное, знаете. У него после раны полный паралич. Ну, в общем, он и с руками, и с ногами, но... В общем, это безнадежно, понимаете. И вот я смотрела, как вы стоите у окна со своими нашивками за ранение. И думала, ну почему так? Ну почему у моего отца все так безнадежно и навсегда? А вот, думаю, стоит у окна человек, и все у него хорошо. И доволен, и орден сверкает, и, наверное, семья дома ждет. Оказывается, вы это вы, и вас тоже ничего хорошего не ждет. Простите, что? Я говорю, что у вас тоже не все ладится. Ну, это уж вы зря. У меня как раз все хорошо. Хорошо? Вы знаете, я думаю, что многие женщины здесь, глядя на вас, так будут думать. Мой трамвай, вы извините. Да. Он же тебе будет аттестат присылать, так что она будет не вправе. Правильно. Біздің әскерлеріміз Сталинградтан жанубы таманда. Я представлял вас геройским бронетом с усами. Наши декорации подвала. А скажите, что ваша женщина в Сталинграде красивая была? Знакомься, наш консультант. Очень приятно. Здравствуйте. По мне красивая. Ну вот видите, совпало. А вы знаете, да. Вот тот подвал был вроде котельный. Там же трубы какие-то проходили. Но столько ламп не было. И топчанов тоже не было. Сидели и спали на ящиках. Бывает. А так похоже. Ящики возьмите, поставьте сюда. Ага. Топчан уберите. Ясно. Ой, нет, 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 я эти ящики не дам. Не дам и все, я отвечаю за эти ящики. Пересыпьте в бочку. Алексей Михайлович, разберитесь. При чем тут Алексей Михайлович? При чем тут режиссер? Знаете что, я пойду. Я вам дал день до ночи на работу, а ночь-то новогодняя. С наступающим. При чем тут Алексей Михайлович? Не дам. Какое безобразие, какое безобразие. Здравствуйте. Здравствуйте.
А я вас жду. Меня, пожалуйста. Да я, собственно, к вам. Давайте вас провожу. Пожалуйста, а зачем? Да у меня пропуск сюда есть. Я шью, работаю в театре костюмершей, шью. Шить, что сейчас перешивать самое нужное? Да, да, да. Вообще-то. Здравствуйте. Ну что ж, позвольте сумочку вашу. Она не тяжелая, взять во платье. С половиной. А почему с половиной? Одно не дошито. Ага. Что-то я вчера такое не то сказала, как-то неудобно. Это старый город. До войны асфальтировать начали. Ну, а теперь что? А канализацию тянут. Хотя и война. А сыну вашему 5? Уже 6, а что, маленький? Хотите спросить, где муж сбежал еще до войны? Вот только ремень остался. А у нас, знаете, и мама, и меня бросили, наверное, и случайно. Да не жалеете, у вас все еще впереди. Ну, я и не жалею, я просто удивляюсь. А у вас тоже все впереди? Ну, вряд ли, у меня уже дочь невеста. Ну и что? Ну и то. Вот паразит. Ой, что это у вас тут? Так, теперь чистый. Вы не рассердитесь на меня, если я вас попрошу. Потопчитесь немного. Мне мерить не нужно, вот только отдать. Хорошо? Я потопчусь. Это вам, чтобы не сбежали. Ага. Я мигом! Стой! Стой! А ну, живей! Держи. На-ка. Потому что вы, Полищук, не солдат, а разгильдяй. Вернёшься в казарму, я вас накажу. Вот так. А, чёрт. Поправьте. Так. Дайте машину к обочине, то поставили, понимаете, не пройти, не проехать. Я пришел издалека, видел море и леса. Ну что, не взяли? Наоборот, премия. Так что богатый почти свободно. Холодно? Да нет, Ташкент все-таки. Хлебушек. А почему? Почти. А, свободно. Мне тут одной нужно деньги отдать. Я на дорогу перехватывала. Тут недалеко, а? Ноги замерзли? А это два носка. А, портянок так и не научили заворачивать. Вы знаете, я так и подумала про вас, что вы не умеете портянок. Василий Николаевич, позвольте взять вас под руку. Конечно, пожалуйста. Угу. Скажите,
А вот когда страшно, больше хочется курить? Да как-то не связываю. Когда хочу курить, курю, если есть что. А когда страшно, боюсь. Скажите, а когда было особенно страшно? Особенно страшно. В начале войны, потом в Керчи, под Сталинградом тоже было. Трудно как-то объяснить. В общем, это чувствуешь затылком. А народ в театр ходит? Ходит? Ночами стоят, неделями готовятся. Что дома, сами понимаете. А тут все-таки яркий свет, занавес. Как до войны побывать? Скажите, а почему затылком? Тут, наверное, у каждого человека своя география страха. У меня, например, постоянный страх, память об опасности. Вот здесь сидит. А это внезапный страх. Вот так вдруг. Под ложечкой. Как будто не ел три дня. Чего вы смеетесь? Жаркая штука, этот мусор. Да, мне бы такого. Солнышко вышло. Ну, хорошо. Сафар, принеси ведро! Тот Новый год. Я? Да. Проспал. Смотрите, что сейчас будет. Смотрите. Да? Видите, заворачивает рельсы? Вижу. Видите, да? Угу. Вот завернули рельсы, там кольцо семерки, такой одноэтажный дом, там я живу. А вам еще 4 остановки. Вот так, да? Да. Вон, где плакат. Не болтай. А деревянный забор здесь вообще один. Здесь, в общем-то, дувалы. Знаете, вы очень смешной в очках. Как это можно проспать Новый год, я себе не представляю, ведь это же Новый год. Ну как проспал? День сумасшедший был. Немец бомбил все время. Потом пароход загорелся рядом, мы его гасили. А потом моряки прозевали, разбудили только 4 часа утра. Выпили, конечно, спирту.
А потом всю ночь с товарищем Аташкенте говорили. Жена его здесь в эвакуации была. Куда ты? Господи, колесо придёрнули! Да что же это такое-то, а? О, да вон народ! Осторожней, братцы! Да ничего. Не очень? Да нет. Вот вы и дома, да? Может, теперь я вас провожу? Да черт. Каблук сломался. Ударили меня в трамвай, и сломался каблук. Василий Никитич! Николаевич! Извините. Николаевич, простите, мне очень нужно вас спросить. Понимаете, тут в октябре проездом был один сотрудник моего мужа. Они еще до войны занимались вместе конным спортом. Понимаете, он сказал, что муж ушел с рейдом по немецким тылам. И почему-то передал мне свои часы. Передал мне свои часы. Ну и что? Ты ждал, чтобы продать, если будет туго, вот и все. Да вы понимаете, но... Он 4 месяца не пишет, нету писем. Совсем. Я начинаю думать. А вы не думайте. Ждите и все. Да? Да. Вы так считаете? 4 месяца это не срок. И рейды бывают длинные. Да. Да. Всю зиму могут. Да, вот и Вадик так считает. Я ей 1000 раз говорил, а она ничего не понимает. Ну ведь кони же не танки, им горючего не надо. А она ничего не понимает. Да я понимаю! Ну, часы. Ему же там нужны часы. Ну и что? Я своей дочери тоже прислал. Таких случаев сколько угодно. Да? Да. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. Просто мне очень важно было это узнать от вас, от фронтовика. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. Это я ее к вам привел. Вы же на все фронта бываете. Давай, давай. Ну, может, я все-таки провожу вас, а? Нет, нет, я теперь не пойду, просто побегу в театр, опаздываю. А-а-а. С Новым годом. И вас также. Угу. Каким тоном ты со мной разговариваешь при постороннем? Хватит. Шабас! Старшина в термосах ужин привез. Сидят, концентрат наворачивают. Денег не надо! Веселей! Двуногие! Я ушел на фронт на второй день.
Армейская газета, Западный фронт. И когда наш эшелон под Минском, я вылез из-под обломков, из-под кусков людского мяса. Меня рвало до желчи, до пустоты. Разрешите пройти? Что? Что? Погаси фонарь. Извините. Вот. Я никого не просил, никому не жаловался. Меня вызвали к комиссару. Василий Николаевич, это к тебе. Из комендатуры. Извини, я сейчас. Да-да, да иди, иди, иди. А я пойду к соседям, выпью за победу. В наступающем 43-м году. Ну, Адонс, ну иди сюда, никто за тебя не сердится. Всю жизнь писал о войне. Носил форму, ремни. Да мало ли что творил, Господи. Сел ты, старый, вот и кто! Вот твой лопатин, В.Н. Товарищ майор, разрешите обратиться. Слушаю. Не знаю, почему так называется. Отойдем. Исторически так сложилось. Наверное, коровы ходили там в средние века. Ага. Наверное, наверное. У нас в Казахстане то и так говорят. Всякие названия придумывают. Ну, спасибо. Удружил. Да не за что. Выходит, накрылся твой отпуск. Держи. Разрешите идти? Свободен. Байка служба. Да хрен с ним с отпуском. Я при исполнении. Кино там ничего не разбираюсь. По-моему, на Кавказе начинает разворачиваться. Куда собрался? На гору пойду. Ага. Слушать тебя не хочу. Спать, спать, спать. Погоду нельзя доверяться волнам. Нельзя, почему же, дорогой мой, а в прошлой минувшей судьбе ты вспомни изменщик коварный, как я доверялась тебе. Ты вспомни изменщик коварный. До другого деревянного забора, да чтоб трамвай ходил. Я чё-то здесь не припомню, товарищ майор. Я выйду, спасибо. Подождать? Да не надо. Я подождал. Да старшина заругается. Василий Николаевич, ваши ощущения от этого? Понимаете, что досадно? Да. Есть ощущение неправды. Прямо-таки неправды. Ну, не поджигал этот броневик. Ни в очерке, ни в жизни. Просто не ушла из Сталинграда из этого подвала. И все понимали, почему. И понимали, что им, солдатам, тем более, нельзя уходить. Вы считаете, мы можем взять ваш очерк и целиком перепереть на экран? Не обязательно целиком. Но мы же, наоборот, добавили, и неудачно. Танк поджечь или броневик. На бронетанковое ружье расчет положен. Два бойца.
Оно тяжелое. Это киноочерк, понимаете, маленький сюжет. Без яркого подвига фильма вообще не будет. А моя задача построить фильм, и задача благородная, уверяю вас. А в фильме неправда? Эта женщина в Сталинграде погибла? Погибла. Почему же вы об этом не писали? И одеты у вас все с иголочки, и каски носили, не с утра до вечера. А выйдут, оденут, спустятся вниз, снимут. И противогазы не носят уже на фронте давно. Но ведь существует же устав, товарищ майор. Или уже не существует? Ношение противогазов пока никто не отменял. Товарищ подполковник, вы на фронте были? А какое это имеет значение? В нашем споре решающее. Ну, что такое фронт, товарищ майор, я знаю еще по гражданской. А сейчас служу там, где мне приказывает Родина. Кстати, я подавал 2 рапорта о переводе. И когда попаду туда, то, смею вас заверить, буду служить от начала и до конца, а не наведываться за материалом для очередного очерка. Ну, а что касается внешнего вида, так боец, когда на фотокарточку снимается, и то все пуговицы до блеска надраивает. А тут кино. И тем не менее, на вашем месте я не брался бы за работу, где советы должен давать фронтовик. Извините. Товарищи, свет горит. Иван Александрович, кое в чем вы правы. Прав. Противогазы убрать, каски снять. А вы останьте, и вы тоже останьте. Девочки, шапки, света много. Антонина, быстро. Вы думаете, что это за салон, вагон? Так уже не улыбаешься ты каждый минут, что ты зубы искали. Тяжело. Вот это да, правильно. Автор, вам бы мне, вы, пожалуйста, разберитесь. Я-то для... Товарищи, мы будем сегодня снимать или не будем снимать сегодня? У меня затвор тугой! Кнопка западает! Беда. Ну, ребятки, ну давайте. Ну. Здесь трактор нужен. А ну за трактором, живо! Беда. Да не пойдет она, товарищ майор, не пойдет! Беда. Начали! Слав, я
Как же это вы отказались за Волгу переехать? Не понимаю. А чего ж тут понимать-то? Дом наш здесь, батя наш здесь похоронен. Да и куда идти-то? Погибать так уж всем вместе. А как немцев погоните, так и уходить не надо будет. Верно, хлопцы? Верно-то верно. А если бомба или снаряд, об этом не подумали? Да претерпелись мы. Не боимся их, товарищ майор. Да и польза ведь от нас здесь одна. Я и стрелять умею. Разрешите обратиться, товарищ майор? Обращаюсь. Иванова верно докладывает. Она дважды участвовала в боях, а вчера лично повредила вражеский бронеавтомобиль. Иду одна. Детей же мне жалко. Его жалко, а детей еще больше его, чем жалели. Я вот этих деток и собрала с обед. И пошла дальше с ними. И дошла до Сталинграда. А наших ждали? Ну, конечно, ждала. А как же я не ждала? Я так и мечтала, что придут наши. Это наша будет победа. Я уже больше немцев не могла видеть. Почему? Потому что они мне уже так страшно были. А верили, что придут наши? Верила. Я все время верила. Как прилетят, бывало, самолеты. Так я и думаю, что вот не сегодня, завтра наши придут. Самолеты низко стали летать. Значит, наши приблизко. Раз самолеты низко летают, это уже наши придвигаются. А если дальше, то наши выше самолеты летят. Ну вот увидели их, увидели. Ну, видела, конечно, я их видела. Ну, и как? Испугались в первое время, ну и потом мы в подвале этому все вот кругом завалили. И сидим потихонечку. Нет, наших увидели, да? Что было? Ну, наших увидели, и мы обрадовались. Захохотали все, и обниматься давай с ними, радоваться. Картошку-то где взяли? На огороде сходила, накопала. Просто украла тут у вас всех. Это белогвардейские цепи, и бесстрашно отряд поскакал на врага. Завязалась кровавая битва, и боец с молодой вдруг поник головой. Комсомольское сердце. Ну как, теперь лучше? И боец молодой вдруг поник головой. Комсомольское сердце разбито. Он упал возле ног вороного коня и закрыл свои ярые очи. Ты коняк вороной. Ваша продукция, особая продукция, она оставляет от фашистов головешки. Чтобы сделать такую продукцию для фронта, вы, как на фронте, не жалеете своей жизни. Мы хорошо помним, что вы сначала станки пустили, а потом крыши над головой сделали. Мы помним товарищей, которые больные, но до конца работали. И у своих станков умерли. У вас есть боевые ордена? Знаем. Тогда снимите, пожалуйста, шинель. Как приходится домой не ездить, в цехах ночевать, в литейке теплом песке заливаться, греться. Все знаем о вашей работе. Хотели бы о вашем героизме на фронт вашим отцам, вашим братьям, вашим мужьям, вашим сыновьям написать. Но война не можем. А пока война, мы можем только одно. Посылать вашу продукцию на фронт. А может, догадываются, что она ваша. Вот наши герои сверхплана. Слово имеет майор товарищ Лопатин. Он был в Сталинграде. Товарищи! Товарищи! Товарищи, о чем думают люди там, в Сталинграде? О вас. Для кого они там стараются?
для вас? О чем думаете? Для кого стараетесь здесь вы, в Ташкенте? Для них? Я видел вашу продукцию в Сталинграде. Она не только фашистов убивает. Она, вот эти мальчики, которые здесь план перевыполнили, они там кому-то из своих жизнь спасли. Может быть, даже своим отцам. День и ночь ваша продукция молотит немцев под Сталинградом. Молотит, молотит, молотит и домолотит, будьте уверены. Спасибо вам, товарищи, за вашу продукцию. Спасибо. Смерть немецким оккупантам! Победа будет за нами! Они думали, будет за ними. А будет за нами. Митинг закончен. За работу, товарищи! Время меня ждет! Ничего, что я вас здесь появился. Я, Нина Николаевна, завтра утром уезжаю. Вот, собственно, и все. А что ж, у вас вроде было еще несколько свободных дней. Были и сплыли. Так получилось. Нина Николаевна, у Романовой подметка прохудилась. А если на резину поставить, так она же во втором акте вальс танцевать не сможет. Что делать? Люба, сделай все без меня, я тебе завтра подменю. Пулеметов, автоматов, противотанковых ружей, боеприпасов и другого военного имущества. За это же время нашими войсками уничтожено самолетов 820.
Молодцы. Таких последний культ поход. На фронт отправляют завтра. Спи, она улетела, спи. А это что? Тихо, тихо, спи. Мам, возьми Сережу. Ага. Не надо подушку, я свою дам. Вот ты где. Ну, зачем ты мою гимнастерку постирала-то? А я замочила, потом испугалась, что не высохнет. Ты этого не поймешь. Опять дождь пошел. Знаешь, о чем я все время думала? А? Помнишь ту женщину, которая провожала меня в поезде? Помню. Такая маленькая, в шляпке, смешная. Зойка, это жена моего отца. Я ее всю жизнь ненавидела из-за мамы. А сейчас она переехала в госпиталь, устроилась уборщицей, привезла отца к себе, ухаживает за ним. Я ей говорю, может, мы тебе чем-нибудь поможем? Она нет, матом меня. Целый был, ни с кем не делилась, а сейчас. Я тогда так обиделась, заплакала. А теперь, знаешь, думаю, какая я была дура. Как я могла не понять? Обними меня. У тебя такие сильные руки.
сумасшедший. Сейчас. Иду. Я, наверное, не смогу вас проводить. Вы едешь в Хабадске? Да, сейчас, с минутами. Интересно, какая там погода, наверное, такая же слякоть. Скажите, а вы как после Кавказа в Москву или в другое место? Не знаю. Куда пошлют? А, ну да. Очень сыро. У вас ноги промокнут. Есть запасные носки? Это не проблема. Достану другие. Вы еще заболеете? Простудитесь. А я не болею. Бывает, но очень редко. Ой, что-то я такое очень важное хотела вам сказать. Не помню. Ну ладно, давайте прощаться. И все. Сейчас иду, сейчас! Все, иди. Иди. Поезд тронет. Мама, ты просто ебон, что ты? Я сегодня во сне видел маму, будто она кормит нас пельменями. Это к счастью твоему. Не везет мне. В гражданскую пуля, в эту осколок. А на груди 20 лет РКК. Пора бы, товарищи военные. Скоро дадут. Да ничего, ну что глупо. Закончить прощаться! По вагонам! По вагонам! Пытаюсь! Отец! Пиши!
Товарищ майор, будет день есть? Так точно, товарищ майор. Только дальше на машине нельзя. Увидит, снаряды кидай. Она не наша, она обратно пойдет. Бочку-то прибери. Да. Полковник Ефимов приказал вас к себе сопроводить. Утром еще здесь были. А теперь вот, до КП. Километра полтора топать. Значит, живы? Так точно, жив. В госпитале перележал. Решите ваш мешок, товарищ майор. Доль легкий. Пошли. Пока лежал. Письмо от соседа получил. Хата моя от немца сгорела. А так все хорошо. Обратно у себя в дивизии. И вы обратно к нам, товарищ майор. Разрешите обратиться? Валять. Мне указали на КП 124 СП. Верно я иду? Если сержант верно ведет, значит верно. Разрешите с вами? Пожалуйста. Погоны у вас красивые, товарищ лейтенант. А у нас только вводят. Приветствовать надо. Извините. За значением вас? Так точно. Первый день здесь. Еще не вполне ориентируюсь. Догоняю своих, а они все вперед. Бросает он здесь порядочно. А вы теперь откуда вы? С какого фронта? Да два дня здесь. До этого был в Ташкенте в отпуске. Рассчитывал на 20 дней, но не дожил. Повезло вам. В Ташкенте сейчас хорошо. Урюк, курага. Вот ее. Сейчас половинит.
снаряда, а потом тишина, значит, все в моей жизни будет хорошо. И в ее тоже. Все-все будет хорошо. Лейтенанту не повезло! Стукнуло! Да дерьми рубаху, не надо! Ах ты! Не задело? Болит где-нибудь? Не слышу! Где-нибудь? Плохо слышу! Где-нибудь больно? Товарищ лейтенант! Слышу плохо! Товарищ лейтенант! Самку да бросьте руки! Бросьте руки! Попробуйте, продуйте! Вот так вот зажмитесь и дуйте! 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 Ну! Хорошо еще железки получили! Хорошо! Как следует! Вода здесь такая земляная! Просто свет такой! Да вы пейте! Пейте! Товарищ лейтенант! Ну? А я думал, все, конец. Да это только начало. Да разве же это все, товарищ лейтенант? Ну, елки-моделки. Ничего. Что, теперь, испугался немножко, да? Теперь вы 100 лет проживете, ничего. Ладно, пошли. Вы знаете, никто же не поверит, что это осколочек. Все будут думать так, моль проела. А я тоже не поверю, честное слово. Кончится война, на вдове женюсь. И бог женюсь, товарищ майор. Я недавно американский журнал видел. Интересно, как там женщины в таком виде сниматься соглашаются? Брёвна скользкий, черт. А что? Найду вдову при хате и присоединюсь к ней, если смерть миную. Ну вот они и кончились, твои 20 дней без войны. И надо глядеть правде в глаза. Будет на ней еще всякое. И с тобой, и с другими. Хотя и топаем вперед, но пока что всего-навсего по Кубани. И ох, как далеко еще до Берлина. Ох, как далеко.